Всем привет! Привет! Сегодня мы расскажем вам о том, как мы снимали клип на песню «Сердце расколото». Я выступила в роли режиссера. Александр Олейников стал оператором-постановщиком, также вторым режиссером. И также он собрал съемочную команду. А Владимир взял на себя роль художника по костюмам, декоратора. В общем, ответственным за весь визуал. Прекрасно, я бы так целый день ходил. Задачу с самого начала мы поставили достаточно сложную по визуальным решениям. Оставаться в стилистике Ирдорад и не перетягивать одеяло, так сказать, на визуальную сторону. Весь реквизит был создан тоже своими руками. 30 горящих стрел, 16 факелов. Все амулеты, маска шамана. Настоящий рабочий плот. Даже весло было сделано специально под эту видеоработу. Реквизит создавался нашими силами, также силами семьи и друзей. Съемочный день длился 26 часов. День начался примерно в 5 утра, в 5:30 примерно мы выехали и были очень грустные, потому что шел дождь. Планы у нас были гигантские, потому что мы хотели вместить все съемки в одну смену, а с дождем это превратилось бы просто в ад. Вода-то холодная. Вода пипец холодная. Нам дико повезло от того, что дождь был только в самом начале, и потом он прошел. Ура! Дневная и ночная температура 6 ноября была абсолютно одинаковая. Было 8 градусов тепла. Как днем, так и ночью. Все. Нам очень повезло. Жарища. Вот вам на скидку список того, что пошло не так. Коптер врезался в дерево. Резиновая лодка, на которой мы должны были переправляться на другую сторону реки, порвалась, и нам пришлось использовать тот самый плот, на котором Василий играл сцену до этого. Владимир повредил глаз, когда снимали сцену его прорывания через бурелом. Следующий день он просто провел в больнице. Сломанная дым-машина, которую нам пришлось заменять реквизитными факелами. Первые снятые кадры были с использованием ручных дым-машин типа костер, да. Мы преодолели все благодаря прекрасной команде людей, которая вместе с нами работала. Бам, туда, ногой, бам, сюда выпал. Здесь, раз, пошел. Вот, сейчас вот, не топчешь там, давай я листов накидаю вот, обратно. Вот это. Самый интересный актер на площадке был конь Магнус. Наш героический оператор принял удар, так сказать, Магнуса на себя. Прям буквально. Спасибо Диме, спасибо Вике и Магнусу за их участие в нашей творческой работе. Опять же, чтобы там стал.
Рисковать обратно раскадровку? Вытянуть, возможно, тебе будет полегче. Смотри, я сейчас поумнею. Мы хотели показать как можно больше правды в клипе, поэтому сцена борьбы братьев была не постановочная. Дело в том, что это действительно одна из любимых семейных забав. Каждый раз, буквально, когда мы оказываемся в лесу, это заканчивается дружеской игрой, выталкиванием друг друга из круга. Живой? Да. Было классно, весело, все были побитые, грязные. Этот момент придал нам сил дожить этот день до конца достойно. Отдельно хочет рассказать про амулеты. Каждый из них получил домашнее задание – подумать о каком-то эпизоде своего прошлого, с которым они хотели бы расстаться, но который все еще важен для них. Каждый из них выбрал себе предмет и заложил в него свой глубокий смысл. Они расставались с частицей своего прошлого. Приготовились. И фокус на руки. Все, ребят, приготовились. Зажигаем. Ли! Ли! Кадр снят. Ты у. Пашка, дыми. Одними из самых важных кадров по задумке была сцена портретов персонажей. Мы решили, что мы будем снимать эти кадры в самую-самую последнюю очередь. В 5 утра следующего дня. То есть в тот момент, когда мы выезжали из Минска день назад. Просто представьте, измученные, замерзшие люди, в конце 26-часового рабочего дня, поставленные перед камерой с включенным треком, с установкой стоять там и думать о своей жизни. И именно поэтому вы видите такие честные и настоящие лица. Можете представить себе, как в этот момент чувствовала себя съемочная команда. Те же 24 часа таскали тяжелые предметы. Вся команда – это настоящие герои. Начиная от оператора, который носил на себе камеру весом больше 20 килограмм, заканчивая гаффером, который, стоя по пояс практически в реке, устанавливал свет, контролировал свет, управлял им. Это невероятные люди. С ними было просто за счастье работать. Спасибо вам огромное, ребята. Я надеюсь, вы это смотрите. Это наш 5-й клип и 1-й клип, в который мы вложили столько времени, усилий, энергии, любви. Мы очень сильно хотели, чтобы идея, которая была вот здесь, стала реальностью, стала осязаема. Для нас Эльдорад — это не только музыка, это комплексное искусство, включающее в себя столько всего. В общем, спасибо, что посмотрели это видео, спасибо, что посмотрели наш клип и дали свой фидбэк. Отдельная благодарность всей съемочной команде и нашим друзьям, которые готовы ввязаться в любые наши идеи и помогать их нам воплощать. Мы вас всех любим и до новых встреч! Много-много любви из Беларуси от Эльдорад!